вездеход сегодня на выезде в Караганде. И в свинцовом дирижабле играет молодая бишкекская группа Эхолами. Кто же они? Пойдем посмотрим. Нет, вы самого Бишкека? Да. Наконец мы находимся в гримерке группы и будем знакомиться. Ну, может, отсюда? Нет, поздно. Признавайся, кто ты. Здравствуйте, меня зовут Дима. Я люблю группу Эхолами. Здравствуйте, Дима. Я люблю группу Эхолами. Здравствуйте, меня зовут Юра, мне 27, я алкоголь. Я гитарист группы Эхолами. Здравствуйте, меня зовут Эмилия, трубач и пианист, клавишник. Всем привет! У меня же голос дрогнул. Меня зовут Дина, я играю на ритм-гитаре и пою в группе Эхолами. Наверное, поешь потом. Здрасте, меня зовут Гуля, я играю на барабанах и пою в группе. Сережа, играю на басу. И он переоделся. Ем колбасу. Ем колбасу. Нас с Гулей часто путают. А вы шалили, но вот делали так, чтобы вас путали? Мы, да, какие-нибудь даже истории есть? У нас наши родители в свое время даже зарабатывали на этом деньги. Большие, надеюсь. Да, когда приходили в гости, было большое застолье, и у гостей так обычно, когда все подопьют, у них такие, знаете, как это, развлечения. Да, а давай поугадываем девчонок на деньги. То есть, в принципе, тут вообще это было бесполезно делать, потому что они, кто, как бы они ни говорили, ты Дина, ты Гуля, даже если они говорили правильно, мы все равно говорим нет. Пойдем переоденемся, нет, не угадали. И там, короче, деньги уже, на большие деньги. Ну, на мороженое хватало. Да. Самый молодой участник группы. Как ты уживаешься с этими старичками, признайся? Ну, признаюсь, очень даже легко. Они о тебе заботятся? Да, еще как заботятся. Кормят? Да, кормят. Или ты кормишь? Поят. Лелеют, заботятся. Иногда даже воспитывают. Сами сегодня, потому что клип, последний клип, который вы делали, да, насколько Нет, я понимаю? Нет, теперь уже предпоследний. Предпоследний, но мы еще не видели его просто. Клип Оля, там все были с усами, я не смогла удержаться, чтобы не разрисовать себе лицо. С усами как-то уютнее даже, я могу сказать уверенно. Теплее у себя. Особенно в Караганде. А, насчет клипов. Во-первых, качественное видео, качественный монтаж, но при этом еще какие-то вот такие мелочи, типа босса нова. Я вообще, я думала, умру просто, когда смотрю этот клип.
кто? Кто придумал засунуть туда персонажей из игры Mortal Kombat? Признайся, как пришло тебе это? Я их просто увидел там, они просто там снимали, я их там видел уже. Они сами там бегали, оставалось только запечатлеть. Басанова была готова вот без вот мультяшных вот этих, то есть, ну, без вот этих героев. И мы вроде ее даже выпустили уже в YouTube. И он звонит через какое-то время, говорит, сейчас подождите, я ее, я сейчас кое-что добавлю. И вы не смогли это вспомнить так же, как и с названием. Добавил. Вас это порадовало? Да. Счастливо. Пока. С вами была группа Эрхалами.